Добрый день, меня зовут Николай, я бизнес-тренер тренингового агентства «Мастер-класс». Сегодня расскажу вам о ситуациях, которые возникают с каждым из вас, если вы участвуете в каких-либо совещаниях или собраниях. Вы знаете, на тренингах ко мне часто приходят люди и говорят: «Я выступаю на совещании, но меня не слышат». Или говорят: «Вы знаете, я выступал на тренинге по групповому взаимодействию, и никто меня не слышал, а если и слышали, то только после того, как я начинал громко кричать». Еще бывает смешная ситуация, когда ко мне подходит один из участников тренинга и говорит: «Вы знаете, я когда выступаю на совещаниях, на меня не обращают внимания. Но потом встает какой-нибудь мой коллега и говорит: а вы знаете, давайте сделаем вот так». И повторяет на 100% точно то, что я только что озвучил. Вот это по-настоящему смешно. Я бы не хотел, чтобы вы в таких ситуациях когда-нибудь оказывались. Поэтому я предлагаю вам инструмент для работы на совещаниях. И заключается он в следующем. Отличие общения живого друг с другом от работы в совещаниях заключается в следующем. Люди в совещании гораздо более активны и воспринимают слишком много информации. У них не хватает времени на то, чтобы зацепиться за вашу идею. Особенно, если вы ее не лоббируете активно и не пытаетесь давить на всю аудиторию. Чтобы удержать внимание всей аудитории, чтобы все-таки донести свою идею, нужно уметь концентрировать внимание людей на той проблематике, которую вы озвучиваете. К сожалению, если вы сразу говорите: «А давайте сделаем вот так», вас никто не услышит. Все подумают, что это очередной бред. Все взвешенные идеи, они должны быть поданы медленно, не спеша и очень взвешенно. Для этого используйте, пожалуйста, вот эту модель, которая называется формула пресс. Пресс, можно сказать, давление, но это не совсем так. Доносить ее нужно аккуратно, очень спокойным голосом и очень грамотно подготовившись. Что значит модель пресс и формула пресс? Когда вы доносите какую-то идею, ее нужно сначала позиционировать. Я считаю, что нам необходимо сделать вот это. Это ваша позиция. После этого необходимо объяснить, почему вы этой позиции придерживаетесь. Резон. Привести резоны. Потому что наша компания нуждается в этом. Или потому что я так думаю. Это тоже инструмент. Могу это доказать. Explanation. Следствие. Докажите, пожалуйста, свой результат. На примере. Обычно используют примеры вашей же собственной компании. Если вы работаете в ней достаточно давно, владеете статистикой, имеете отчеты, то, конечно же, легко можете подтянуть эту информацию. Если такой информации нет, используйте мировой опыт. Открывайте интернет, смотрите, там очень много интересных вещей, и их можно подтянуть под все, что угодно. Могу доказать, исходя из общественного мнения, исходя из мнений наших коллег, исходя из того, что наши конкуренты это уже используют, нам следует нашу идею внедрять. И следствие, конечно же, последний инструмент для завершения вашей идеи, это следствие. Обязательно закончить идею тем, с чего вы начинали. Из этого следует, что нам надо идею внедрять. Вроде бы очень простой инструмент. Вот я то, что сейчас вам рассказал, это все очень просто. Но есть нюанс. Когда мы находимся в совещаниях, когда мы находимся в активной работе, мы не используем какие-либо формулы. Это навык, который нужно сформировать. Я рекомендую вам заняться этим вопросом. Простой, элементарная вещь. Но потренируйтесь и сделайте ее своим инструментом, рабочим. Если это появится у вас как рабочий инструмент для аргументации любых своих идей, вас начнут слушать. Потому что все, что вы говорите, это правильно. Потому что то, что вы говорите, обосновано и имеет смысл. Учитесь, пожалуйста, говорить со смыслом. Спасибо.